нас финальный день в Греции, в частности в Афинах. И в планах у нас сегодня, само собой, посетить Акрополь, где находится, наверное, главная достопримечательность Греции Парфенон, подняться на холм Ликавитос или Ликавитос, это, наверное, к вечеру ближе, возможно, посетить храм Гефеста, площадь Синтагма, где должен проходить каждый час в Афинах проводится смена караула. Смена караула, да. А по воскресеньям в 11 часов парадная смена караула, где даже перекрывают движение на полчаса. Надеюсь, мы это посмотрим. Также мы хотим посетить что еще? По обстоятельствам, в общем. В принципе, все. Ладно. И вот первый раз мы решили воспользоваться в Греции общественным транспортом. Так как в Афинах на машине как бы не очень комфортно передвигаться. Даже не столько передвигаться, сколько поставить машину. Даже в 12 часов ночи. Да, мы ехали. Трафик такой, да, приличный был. Вот, ну все. Идем искать метро. Едем сразу к Акрополю. Кстати, проезд в Афинах стоит на 1,5 часа на всех видах транспорта, кроме поезда в аэропорт, 1 евро 40 центов, да? Вот. И можно взять проездной на сутки за 4,5 евро. Также есть проездные на 3-5 дней, ну, которые будут тоже существенно дешевле, если брать просто на поездки. В Афинском метро всего 3 ветки и 60, не помню, 64, 67 станции. Вход в Акрополь стоит 20 евро, но если заплатить 30, то можно посетить еще другие достопримечательности в местных окрестностях. Акрополь. Этот скалистый холм высотой более 150 метров, наверное, почти так же, как и гора Олимп, известен каждому школьнику, и в особенности Парфенон, самое большое здание, находящееся на пологой вершине Акрополя, являющееся визитной карточкой Греции, которую видно практически из любой точки Афин. Активно застраивать Акрополь начали где-то 2500 лет назад, и эта работа была поручена лучшим архитекторам Эллады. На данный момент архитектурные памятники на этом холме насчитывают порядка 20 построек, включая театр Диониса и Одеона Ирода Аттического. Также, помимо всего прочего, здесь еще функционирует музей. Первым памятником Акрополя стала 7-метровая статуя Афины с золотым шлемом и острием копья, воздвигнутая самим Фиди, руководителем и проектировщиком застройки Акрополя. Парфенон же был построен в 447-448 годах до н.э. из мрамора, Иктионом и Коллекторатом, и был посвящен, само собой, Афине, покровительнице города. Размер его практически 31 на 70 метров, с колоннами высотой около 10 метров. И сейчас представить Акрополь без Парфенона просто невозможно. Крайне рекомендую приходить сюда к открытию, так как некоторое время спустя сюда прибудут толпы туристов из разных стран мира. Сейчас полтора после открытия, здесь народу просто уже вообще охренеть сколько. Хотя мы пришли вначале, мы были прям, я не знаю, ну там 6-7, ну, с того входа, там еще другой вход есть, да. Ну, вот когда мы пришли, в общей сложности, может быть, здесь было на весь Акрополь, на 50 человек, наверное, максимум. Это максимум. Сейчас? Сейчас? 500, наверное. Да больше. Это 50 сверху. Народ все прибывал. Вовремя сходил.
Смотрели мы Акрополь, Парфенон, другие храмы и театры античные. Ну, масштабно, масштабно. Впечатляет. Да. А, все, бежим на площадь Синтагма, чтобы посмотреть парадную смену караулов. До нее полчаса осталось. Начинается где-то без 15-11. Надо спешить. Отсюда, ну, километр где-то. Или можно доехать на метро одну остановку. Купайся, корабль! Возле греческого парламента каждый час происходит смена почетного караула, который несут представители элитных войск и в зоны. Это гордость греческой армии. Для нас их парадная форма выглядит, мягко говоря, непривычно, если не сказать, что смешно. То же самое можно сказать и про строевой шаг эвзонов и саму смену караула. Летний вариант парадной формы эвзонов состоит из нескольких элементов. Первый элемент – фустанелла. Является основой костюма и представляет собой юбку с четырьмя сотнями складок. Второй элемент – белая рубашка с широкими рукавами. Третий – фараон. Ярко-красная шапочка с длинной черной кистью. Четвертый – фермели, жилет с замысловатыми узорами. Пятый элемент, наверное, самый примечательный – это царухи. Ботинки из красной кожи весом по 1,5 килограмма каждый, с огромными помпонами на мысах и подбитые 60 гвоздями. Также эвзоны носят по 2 пары шерстяных чулок и шелковые подвязки, а замыкает форму кожаный патронтаж на поясе. Каждый из цветов, использованных в форме, является определенным символом. Красный – кровь предков, черный – скорбь о погибших войнах, белый – чистота намерений, золотой – доблестные победы, а голубой – лазурь греческого неба и моря. Вся форма шьется исключительно вручную, и пошив одного комплекта может длиться аж 3 месяца. К слову, в этот день парадной смены караула не было, была обычная. Связано это было, видимо, с масштабным празднованием в греческой столице Дня Святого Георгия Победоносца. Thank you.
дай. Thank you.